Когда, допустим, ему говорят, что пища, которую вы едите, это просто убитое животное, это труп. Это логично? Логично. Он говорит, какой труп, живое мясо, смотри, чистое мясо свежее. Вот на рынке подходил, говорю, о чем трупик? Какой трупик свежее мясо? Рыбка. Рыбка не умирает, она засыпает. Она засыпает. Она спит. Сейчас нас короткий попрыгает немножко и уснет. Вот. Вот она уже уснула, теперь можно ее съесть.